Когда онлайн-жизнь становится громче, чем твой внутренний голос, нужно заново учиться видеть себя. Хотя бы на минуту выключить весь этот шум и посмотреть, а что же там внутри. Меня зовут Дарья Демидова, и я сценарист. Данная история несет за собой цель напомнить зрителям о том, что нельзя вечно бежать от разговора с самим собой. Мне захотелось поднять эту тему, ведь в наше время это действительно актуально. Сейчас существует множество возможностей избежать самого себя, используя различные медиа. Это фильм о чувствах. Что происходит с человеком, когда его разум превращается в маленькую комнатку, которая заполнена ненужной информацией? Моя команда состоит из пары человек. С ними я обсуждаю идеи и сам процесс съемок. У меня есть много знакомых, которые могут приходить на съемки и заниматься волонтерской деятельностью. Но мне не хватает людей профессиональных, которые сделают свой вклад в фильм. Мне нужна помощь оператора и монтажера. Съемка будет проходить в одной локации, и будет одна актриса. Локацию, скорее всего, придется арендовать. Это должна быть пустая комната без окон. Хотелось бы поработать с художником-постановщиком, которые смогут бы дать совет, как оформить все в кадре.